Два десятка бессеребренников, один латифундист и два обладателя снега-болотохода. Облсберком обнародовал сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты регионального парламента. Из 200 с лишним одномандатников, претендующих на кресло в Думе, лишь один имеет недвижимость за границей. У двоих есть участки на Черноморском побережье. Кандидат из числа патриотов России прочно стоит на земле. Он настоящий землевладелец. В собственности тысячи квадратных метров по области. Некоторые предпочитают технику. Целый автопарк 12 единиц, включая цистерны и грузовики, у кандидата от гражданской платформы. На единицу меньше у партийца от Родины. Он владелец 5 «Шевроле Ланос», не считая других авто. Один единорос продал аж 5 машин своему сыну, правда, сам не остался без транспорта. Трое единороссов – патриот и ГПшник, собственники катеров. У двоих представителей «Единой России» есть снегоболотоходы. Замечен единственный обладатель автогрейдера. Кандидат баллотируется от патриотов России. Два десятка претендентов на депутатский мандат – ничего не имеют. Большинство таковых в союзе горожан.